Начало сезона отопительного и окончание сезона ремонта дорог обсудили сегодня на еженедельном совещании в Чебоксарской администрации. Средняя температура на улице около 8 градусов, а значит, в ближайшее время горожанам должны дать тепло. Только вот сети в городе готовы на 75%. Я думаю, на спуск тепла сейчас не повлияет, потому что ежегодно они тоже начало отопительного сезона часть сети меняют. Паспорта готовности получили все соцобъекты, кроме одной городской больницы и большая часть жилых домов. Отопительный сезон скоро начнется, а сезон ремонта дорог, наоборот, заканчивается. В этом году отремонтировали больше 20 улиц. Сейчас специалисты принимают работы. Основные претензии технадзора – непрочищенные колодцы, ливневая канализация, незаделанные места контрольных вырубок и непроведенное благоустройство на месте ремонтных работ. Алексей Ладыков поручил подрядчикам устранить недоработки сразу же и не ждать, когда начнутся дожди и снегопады. Город оплатит дорожникам работы только после устранения всех замечаний контролирующих ведомств. Что касается следующего года, сейчас формируется перечень улиц, которые по программе безопасной и качественной дороги отремонтируют в 2018-м. Предложения принимают и от горожан. В списке остро нуждающихся лидируют улица Ленинского, Комсомола, Лапсарский, Складской и Монтажные проезды. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Игорь Зверев. Республика.